Здравствуйте! Прямой эфир телеканала «Свое ТВ» продолжает программа, в которой я и мои коллеги расскажут вам о последних событиях, происходящих в крае. Это новости на своем. Меня зовут Герман Кудеяров, и вот коротко о том, что будет в этом выпуске. Телеканал «Свое ТВ» прошел финал ТЭФИ. Какие работы признали лучшими? Губернатор Владимир Владимиров провел прием граждан. О чем рассказали ставропольцы главе края? Ставропольская погода продолжает меняться. Готова ли краевая столица к холодам и резким потеплениям? И битва юношей. Как молодежка ставропольского Виктора сыграла против чеховских медведей. Мы начинаем. На Ставрополье до конца года благодаря средствам из Фонда национального благосостояния реализуют 19 крупных проектов в сфере водоснабжения. Часть работы уже завершили. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на совещании Федеральной комиссии по региональному развитию, которое провел зампред правительства России Марат Хуснуллин. Благодаря этим работам улучшится качество водоснабжения для 120 тысяч человек. 100% средств Фонда национального благосостояния направили на обеспечение устойчивого водоснабжения жителей Ставропольского края и водоотведения там, где этого сегодня не предусмотрено. За счет средств институтного бюджетного кредита мы формируем систему канализирования в городе Ставрополь. Фонд национального благосостояния сегодня работает на Шпаковский групповой водовод. Сегодня мы работаем в Минераловодском городском округе по расширению сети водоснабжения и замены трубопроводов уже с истекшим сроком. Также губернатор Владимир Владимиров поручил оперативно подготовить проект ремонта футбольной школы «Кожаный мяч», которая находится в краевой столице. О необходимости обновления газона, трибун и другой инфраструктуры главе региона сообщили на личном приеме граждан. Владимиров поручил министру спорта края Борису Семеняку проработать проектно-сметную документацию на выполнение работ. Ремонт планируют начать уже в следующем году. Также к губернатору обратилась и жительница Солнечнодольска. Она попросила решить вопрос о проведении водоснабжения к ее дому. Владимиров поручил министру ЖКХ выполнить работы до наступления зимы. Всего во время приема к губернатору обратились 15 человек. А телеканал «Свое ТВ» дважды прошел финал всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ регион». Лучших телевизионщиков со всей страны накануне наградили в Кисловодске. Какие работы признали лучшими? Виктория Шкальная пообщалась с участниками и жюри конкурса. Три дня насыщенной программы, мастер-классы и тренинги. В Кисловодске собрались десятки журналистов со всей страны. Лучших телевизионщиков на Ставропольской земле собрал 22-й всероссийский конкурс «ТЭФИ регион». Мы знакомимся друг с другом, мы делимся опытом, мы общаемся с журналистами из разных регионов. У каждого своя история, и когда ты слушаешь, что ты обогащаешься, это очень классно. Ну, не говоря о том, что есть возможность пообщаться с федералами, это тоже очень здорово, и, соответственно, ты действительно получаешь тот нужный багаж, который тебе необходим в реализации твоих проектов. Каждые такие мероприятия – это же профессиональный рост. У кого-то больше, у кого-то меньше. И понятно, что ты возвращаешься с такого мероприятия весь заряженный, весь воодушевленный, и ты хочешь творить еще больше. Жюри конкурса оценило более 500 работ в 18 номинациях. И региональные журналисты продолжают развеивать миф второго плана. Все растут, и федеральное телевидение растет, и региональное. Причем, мне кажется, тон федерального телевидения как раз задает именно региональное. Там рост начинается чуть быстрее. Там некоторых, кто быстро вырос, федералы переманивают к себе, но истинные патриоты, они остаются и действительно развивают региональное телевидение. Россия – это регионы, у нас огромная страна. Это Москва и Питер, ну да, но вообще-то, конечно, ну как, у нас в Москве и Питер живет там условно там 20 миллионов человек, а остальные 125 или больше где? В регионах. Поэтому регионы и есть Россия. И, конечно, все вместе это дает рост качественный для всего телевидения. Оценили телевизионщики со всей страны и гостеприимство Ставропольского края. Наш регион в очередной раз стал площадкой для крупного федерального события. Здесь всегда очень хорошо, очень по-доброму, очень все душевно. И, конечно же, это в первую очередь благодаря людям, которые здесь живут и работают. И вообще все вот коллеги, которые трудятся сегодня в медиа на Ставропольской земле, они молодцы. Вот всех люблю и всем зрителям желаю оставаться верными всегда вот своим региональным каналом, потому что они на самом деле пульс
земли чувствуют больше, чем там где-то в Москве. Правда ведь? Со сцены поздравил участников конкурса губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Кисловодск сегодня становится в один ряд с 22-летней историей ТЭФИ. 22 года лучшие журналисты, лучшие операторы, лучшие люди, которые рассказывают правду с наших родных региональных каналов, участвуют в этом конкурсе. 22 года побеждает, 22 года радуется, и никак не могло это пройти мимо нашего родного кисловодца. Кисловодчане, любите свой город, журналисты, уважаемые наши, говорите правду, мы очень ее ждем. И вот пришло время самого долгожданного момента – объявления результатов. Сейчас мы узнаем тех, кто нас объединяет и делает нас лучше. Свои рядом с детьми. Ставропольское телевидение, город Ставрополь. Свое ТВ, Ставропольский край. Важный социальный проект нашего телеканала стал финалистом ТЭФИ. Команда своего ТВ помогает детям из детских домов найти новую семью. Это не единственная награда. В номинации «Ведущий информационной программы» в финал вышла наша погодная девочка, ведущая, созданная нейросетью, Снежана Туманова. Это большая неожиданность для меня. Я очень благодарна человекам из Академии российского телевидения за то, что обратили внимание на мою работу. Хочу поблагодарить всех моих коллег-человеков, которые помогают мне каждый день выходить в эфир и рассказывать жителям Ставрополья и Северокавказского федерального округа о нашей погоде. Прошу, дорогие зрители, болейте за меня. А я вас не разочарую. Чтобы сразу двух номинаций выходили, такого не было. Мы выходили там по одной, да, ну, всегда хоть одну берем, тут две сразу, да, это хорошо. Причем проекты, которые действительно, они новые, они прорывные. Это наша ведущая Снежана Туманова, нейросеть, которая и круглый стол на эту тему здесь был в рамках ТЭФИ, что тоже как бы новая такая вещь, где вот мы это обсуждали, будущее нейросетей и искусственного интеллекта в рамках телевидения. Ну и очень человечный наш проект, который очень мы все любим, всей компанией делаем, это «Свои рядом с детьми». Финал конкурса ТЭФИ «Регион» состоится в Волгограде с 18 по 21 ноября. А продолжают болеть за своих Виктория Шкальная, Иван Дацунов и вся команда телеканала «Свое ТВ». Погода продолжает испытывать жителей краевого центра на прочность и холодоустойчивость. Готовы ли муниципальные котельные к старту отопительного сезона? Где батареи уже нагрелись и не парализует ли первый снегопад городской трафик? Узнавала Кира Мартынова. Была проведена проверка приборов ИПА и настройка приборов автоматики безопасности. Выполнен текущий ремонт здания. С персоналом котельной проведены необходимые инструктажи. Почти в 20 секунд мастер участка Александр Ясиков уложил многомесячную работу, которую специалисты проводили в этой котельной, чтобы она встретила холода во всеоружии. Со всеми задачами справились в срок. В результате все работает четко, как часы. Готовы в любой момент пустить тепло в дома жителей Юго-Запада. В этой многоэтажке отопление центральное, технический узел в подвале. Готовить систему к холодам здесь начали летом. Провели промывку системы отопления. У нас есть свой компрессор. Мы сами моем эти дома. Опрессовку выполнили. Также выполнили ремонтные работы. Что касается этого дома, значит, были заменена запорная арматура в количестве 10 штук. Это задвижки, это краны. Вот. Также был заменен регулятор температуры. Всего к началу отопительного сезона в краевом центре профработы прошли 74 котельных. 11 октября отопление включили в детских садах. На территории города Ставрополь, значит, детских садов 69. На сегодня они все включены в работу. Система отопления работает. Жилых домов 1589. Средняя школа 49. 25 сентября все котельные города Ставрополя вышли на гидравлический режим и по зимнему давлению. Тоже все системы центрального отопления жилых домов заполнены. Были проведены некоторые дома пробные топки. Больше повезло тем, у кого отопление крышное, как в этой многоэтажке. Достаточно решения жильцов, и батареи теплеют. Температура отопления, ну, заданная, и та, что на самом деле. И ГВС, то же самое заданное, которое на самом деле. То есть 1 градус в пределах допустимого, там до 3 градусов, но сейчас восстановится. И если на улице
холодает, соответственно, автоматически поднимается температура. Как и для центральной системы, оборудование к новому сезону здесь нужно готовить, едва заканчивается предыдущий. Чистка этих пластинчатых теплообменников, они приготавливают воду для всего дома. Такие небольшие, но достаточно мощные. Полностью чистка, гидравлическое испытание котлов, промывка всего оборудования, которое здесь есть, вот, чистка всех фильтров, насосов. И поверка киповского оборудования, термометры, манометры. Котельная автоматическая. Умной технике не требуется постоянное присутствие технических специалистов. При изменении температуры на улице она сама добавляет отопление, убавляет отопление. ГВС постоянный у нас график 65 градусов. Независимо от погоды на улице. В том, что тепловые системы города к холодам готовы, уже убедилась и администрация Ставрополя. Комитетом городского хозяйства совместно с Кавказским управлением Ростехнадзором совместно проведена проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Выданы акты и паспорта готовности. В настоящее время также проводится совместная проверка с Кавказским управлением Ростехнадзора по отопительному периоду 2023-2024 года для выдачи паспорта готовности города Ставрополя. Районы администрации подготовили к работе в зимних условиях 100 единиц спецтехники, заготовили 40 тонн противогололедных материалов. Между тем, в краевом центре есть дома, признанные по закону аварийными. Например, бывшее общежитие на улице Бруснева, 6. Оно уже отключено от всех коммуникаций. Как рассказали в горадминистрации, на сегодняшний день расселение жильцов почти завершено. Администрация готова переселить в муниципальный жилой фонд еще несколько оставшихся там жителей до наступления отопительного сезона, чтобы люди не остались в холодных помещениях. Напомним, что отопительный период начинается, если в течение 5 дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов тепла. В свою очередь, ставропольские синоптики прогнозируют потепление. Надеются не замерзнуть. Кира Мартынова и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. О погоде подробнее, но немного позже расскажет мой коллега Алексей Фурсиков. У меня же на сегодня все. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, а также пишите нам в мессенджеры WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 350 80 70. В прямом эфире были новости на своем. Меня зовут Герман Кудьяров. Увидимся. Здравствуйте, друзья! Прогноз погоды на пятницу, 13 октября. Как говорит моя коллега Снежана Туманова, даже роботы не верят в эти суеверия. А пятница 13-го. А мы-то человеки и подавно. Да еще и погода хорошая намечается. В центральных территориях края тепло, слабый ветер и без осадков. Плюс 19 в Изобильном. Плюс 18 в Минводах, плюс 16 в Невинномысске. И только Ставрополю повезло не сильно. Плюс 13 13 октября. Световой день 11 часов 5 минут. Магнитное поле спокойное. Кавминводы вообще курорт в части погоды. Плюс 17 в Кисловодске и Сентуках, плюс 18 в Железноводске и плюс 19 в Пятигорске. Ясно, без осадков и ветер всего 2-3 метра в секунду. Восток и север края еще теплее. Плюс 19 в Дивном, Нефтекумске и Буденновске. Ветер 2-3 метра в секунду и без осадков. А в Ипатово и вовсе плюс 20, а ветер 3 метра в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся.